И вот здесь, посмотрите, между Зиновичем и Сверчинским недопонимание. В итоге Климович получает мяч, врывается в штрафную. Климович получает мяч, врывается. Идет торпеда, здорово играет Климович. Два раза прят по себя и целый накид делает 15-й номер торпеда Белас. Так, великолепно начался матч и просто... Уходит из хода Дюки, продолжает дриблить. Право куда продолжить, так и есть. Продолжение направо, прострел. Климович до мяча добирается. Еще один прострел, удар, гол! Пока по этому тайму больше веретила. Момент, смотрите, какой классно. Дальше на Владислав. Белас, в времена, когда... Итак, отличная передача, и... Владислав Климович воспользуется ошибкой. Премудров, пас на Мышенко, прострел, удар по воротам и три! Климович. Здорово, нет ни игры, есть возможность побежать, Горбачев! Атака загублена. Климович, штрафной. Подает на... Как футболисты Батен занимают свои позиции. Удар по воротам, и все же! Мирка Ивановича, который в очередной раз ошибается. Тут хорошая передача от Владислава Климовича на Мышенко. Ключа... Соловеевич. Ну, я...